без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. Все нормально. С утра утром позанимался спортом. Дошел, появился. Кстати говоря, и вот как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть. То есть эти тела уже появились каким-то? Ну, так они сказали. Хороший иммунный ответ. Что это такое, это надо у них спросить. Они лучше меня знают. Во всяком случае, эффект положительный. Никаких побочных явлений, как я уже дважды сказал, нет. Надеюсь, и не будет. Вы сделали прививку? Я переболел. А, ну вот надо посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация у вас с этими титрами. И даже для тех людей, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать. Сделаю. Правильно. Берегите себя и своих близких. Вот это часто звучит у нас на экране. Это не пустая фраза, не пустые слова.